Госсадомтехнадзор в рамках реализации губернаторской программы «Доступная среда» обследовал люберецкие дворы. Инспекторы ведомства проверяли наличие парковочных мест для людей с ограниченными возможностями, а также ширину тротуаров и то, насколько правильно занижены съезды с них. Рейды проводились в соответствии с адресным списком мест проживания инвалидов. Во дворе на улице Строителей спуски с тротуаров оборудованы у каждого подъезда. Ширина пешеходной зоны тоже соответствует нормативам. Кроме того, парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья отмечены специальным знаком. Юрий Гостеев, житель дома, таким благоустройством доволен. Сам он инвалид третьей группы и автомобилем пользуется постоянно. Я без машин как без рук. Машина – это моя спасительница, куда-то поехать в магазин, в поликлинику. Ну здесь же ничего не было, все пыль одна. А сейчас хорошо, чего же, он даже стоянку асфальтированную сделали. Однако таким благоустройством могут похвастаться далеко не все дома Люберец. Вот, например, в одном из дворов на улице Инициативной стоят несколько машин с инвалидной коляской на заднем стекле. Но особых знаков на парковке нет. Именно на такие недочеты старались обратить внимание инспекторы Госсадомтехнадзора. Будет сделано, конечно, замечание. Я думаю, что в кратчайшие сроки все будет устранено. Однако есть статья 6.24 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. За несколько дней рейда инспекторы технического надзора осмотрели порядка 15 дворов в городе Люберцы. Подобные проверки будут продолжены и дальше. Наталья Григорьева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.